написал в 53-м году, будучи учеником 8-го класса. Она называлась «Моя клятва». И посвящено было, кому бы вы думали, товарищу Сталину, его памяти. Я тут вспомнила, что я, будучи ученицей 8-го класса, когда поздравляла свою подругу с днем рождения, тоже писала «Желаю успехов в комсомольской деятельности». А счастье в том, где? Политические взгляды Высоцкого изменились, мои тоже, радикально причем. Свои первые песни Высоцкий написал в начале 60-х годов. И он сам считает своей первой песней «Татуировку», которую написал в 61-м году, хотя были до этого, но так вот он решил, что это его первая песня.